Полтавский, блядь, когда сейчас у нас проходит. Вот желаю вам успеха, Сегодня опять рекорд. Никогда у нас не было на открытии сезона. Обычно это у нас бывает на центральный фестиваль или на всероссийский турнир «Оранжевый мяч». Там более 100-150 команд бывает. То, что проходит у северных торговых рядов. А здесь такая цифра первый раз. Ну и поэтому такие вот сложности в проведении, что очень много людей приходится даже в старшей футболе делать уже игры на вылет сразу с первых. Здесь всегда собирается рекордное количество игроков каждый год. Ну, и всегда очень присутствует большая конкуренция среди участников. Мы представляем команду Меленковского района. За это мы благодарны нашей администрации. Да. Нашей администрации, которая помогает поддерживать такой трудный в техническом отношении вид спорта, как баскетбол. Турнир проявляет желание нашей молодежи именно заниматься спортом, а не сидеть в подъезде, пить пиво, курить, там, например, сигареты, скажем так. Мне нравится то, что здесь нет такого соперничества, как на всех остальных соревнованиях. Здесь ты просто играешь на улице, с свежим воздухом дышишь и с командами дружишься. Все. Лучше сейчас работать на новые кеды, чем на большие цены на лекарства, на все остальное.